Как научиться делать сомбреро. Три непростых упражнения. Первое. Ставите стопу пальцами под мяч и делайте шаг вперед. Совет. Научитесь сначала делать этот трюк босиком. Второе. Пробуйте поднять мяч вверх, шагая вперед. Третье. После сделанного шага резко выпрямляйте ногу вперед. Самое важное – научиться делать все эти три момента вместе и подкинуть мяч перед собой. Поэтому на начальном этапе можете пробовать этот трюк с накатом. Когда вы научитесь закидывать его себе за спину, пробуйте его вставлять в разные комбинации. Всем рахмат!